Но сегодня захватывающий сам по себе этап. Здесь и драйв, здесь и сплоченность по команде, и азарт большой. Адреналин в крови очень хорошо играет. Скажем так, это был первый этап 2016 года. Мы на небольшой перерыв, связанный с новогодними праздниками, расставались с нашими участниками. И в начале года, опять же таки, после этих тяжелых новогодних и долгих праздников, мы решили не утруждать сильно спортивными нагрузками, физическими нагрузками наших участников, решили предложить им боулинг. Благодаря тому, что клуб Ниста предоставил нам это шикарное помещение, у нас есть 10 дорожек, 20 команд, поэтому мы играем в два тура. Первые 10 команд благодаря жеребьевке играют первый тур по две игры, остальные 10 команд играют второй тур. Выбирается 10 лучших из двух туров и продолжают дальше полуфинал и финал и так далее. С учетом того, что собрались любители участвовать в этом турнире, то, естественно, в начале не очень хорошо получалось, но в дальнейшем команда сплотилась, разыгрались, можно сказать, и результаты стали гораздо лучше, чем было в начале игры. У нас три участника мужчины и одна женщина участвует. На данный момент, по результатам первого запуска игры, ну, пока у меня лучший результат. Результат наш, по-моему, после двух партий 857 баллов. Ну, если я могу чуть-чуть ошибаться. Да, команда выступила отлично, благодаря огромной поддержке наших болельщиков. Группа поддержки у нас огромная. По-моему, самая громкая, если вы наблюдали эту игру с самого начала. Почему они пришли? У нас дружный коллектив. Это люди, которые помогут и на работе, люди, которые помогут и в игре, и люди, которые не просто коллеги, это просто друзья. А помогает ли это в игре? Ну, я думаю, мы посмотрим по результату. Пока месть это все помогает. В общем-то, не будем лукавить, было все стабильно. Вот. Даже немножко это было удивление для нас. В целом, да, вы же видели, все ребята у нас, девушка очень сильная. Плюс-минус все шли в ногу. Отлично сыграли. По мне, командная игра преследует это хорошее настроение, поддержка, ну и... Конечно же, сбивать кегли. Ну, правила я рассказывать не буду, они очевидны. Главное, хорошее настроение и такая шикарная атмосфера. Трезвый расчет, твердая рука, холодный ум. Впечатления позитивные, они были с самого начала, а сейчас остаются позитивные. Вот. Сложно ли там что-то с чем-то сравнивать, там футбол, бадминтон тоже бы очень эмоционально и весело. Кажется, что эмоции положительные получили все, потому что это помимо спортивной какой-то составляющей была и развлекательная. Так что мы опять собрали 20 команд, сыграли в два круга, у нас было два захода, 10 плюс 10, отобрали полуфиналистов под лучшим 10 результатом. И в финал вышли 6 лучших команд.
И действительно накал был, ну, нешуточный. Победителем стала команда Альфа-Банк. Фрешлайн заняли второе место. И Адидас у нас завоевали бронзу. Очень доволен, что у нас распределились места именно так, так как эти команды, мне казалось, долго на протяжении предыдущих четырех подбирались к этим местам. И наконец-то вот они в призерах и поднимаются в общей таблице еще выше. Следующий этап — это у нас настольный теннис. Мы его проведем в феврале 28 числа, мы уже определили дату. У нас будет 8 теннисных столов. Мы также проведем одиночные мужские, одиночные женские и парные разряды. Я считаю, что компании, которые участвуют на сегодняшний день в этом мероприятии, битве корпораций, это прежде всего социально ответственная компания, которая заботится о своих, в первую очередь, сотрудниках. Это командообразующее мероприятие, и это мероприятие, которое позволяет на других посмотреть и себя показать.